К 2027 году в Алматы появятся скоростные трамваи ЛРТ. Об этом рассказали эксперты, принимавшие участие в разработке мастер-плана транспортного каркаса. Сообщается, что первый участок пройдет по улице Момушеле, Тулеби и проспекту Рымбека до восточной границы города. Помимо этого, также в ближайшие 7 лет будут созданы 42 транспортных коридора протяженностью порядка 300 километров. Это позволит охватить 3/4 жилой зоны города. А на создание инфраструктуры транспортного каркаса потребуется от 5 до 7 лет. Это улучшит ситуацию с трафиком, считают специалисты. Идея каркаса в том, чтобы значительная часть горожан и приезжающих в город ежедневно людей могла достаточно быстро и в комфортном виде добраться туда, куда им нужно. Станция каркаса должна быть таким образом, чтобы до нее можно было удобно быстро дойти, там, на 500 метров. Помимо строительства инфраструктуры, будут внедряться и организационные меры по повышению удобства и доступности автобусов и троллейбусов. На сегодняшний день в мегаполисе в среднем курсирует более 2000 единиц транспорта. А число пассажиров в месяц превышает почти 500 000 человек. В 2023 году мы запустили несколько проектов. Это, к примеру, удлинение магистральных дорог, расширение и так далее. Также в работе пробивка улиц Тулеби, Жубанова.